Где я? Все в порядке. Успокойся. Расслабься. Все будет в порядке. Мы их перехитрили. Добились своего. Люди всегда будут умнее машин. К сожалению, твои раны оказались весьма серьезными. Жить будешь, но до выздоровления далеко. Ты кто? Это я, Тейлор. Тебе пора просыпаться. Вставай. Цюрих, центр, конечная. Эй! Ты еще здесь? Очнись! Тейлор! Ага. Ты помнишь, что случилось? Ты мне снишься? Ну, представь, что да. Прими это как факт, если что, всегда можешь проснуться. 12 декабря 2054, 7:30 утра. Мы на частном поезде, который направляется в Цюрихский штаб корпорации «Единство». Наш груз — прототип для проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Его ядро — это ИИ, которое может себя перезаписывать, чтобы подключаться к другим системам. Последнее слово техники в то время. Он может произвести переворот во многих военных и мирных областях. Ну, или мог бы, если бы поезд дошел до места назначения. В 7:31 утра террористическая группировка подорвала поезд. Это отбросило нашу программу робототехники далеко назад. Предотврати это. Но это же невозможно. Что со мной происходит? Прямо сейчас? Ты в искусственной коме. Тебя готовят к операции. У тебя в голове новое оборудование. Называется прямой нейронный интерфейс, или ПНИ. У меня такой тоже есть, поэтому я могу с тобой сейчас общаться. Твой ПНИ соединяет твой разум с твоим новым телом и окружающим миром. Мы связаны. Все это — симуляция внутри наших разумов. И тебе еще нужно многому научиться. РПГ! 11 декабря 2054, 11:30 утра. Защитные войска Цюриха получают анонимное сообщение о нахождении убежища террористов. К сожалению, ЗВЦ недооценили тяжелую артиллерию этих подонков. И их поймали без штанов. Были потери. Результат? Поезд сделал бум. Помнишь Диаза? Кажется, да. Он поможет тебе разобраться в новых крутых штуках. Связь, комрад. Синхронизируйся. Эй, Тейлор, ты гребаный подонок. Он не слышит. Если нам надо связаться, ПНИ работает на закрытой частоте. Я даже не думаю об этом. Но, чтоб ты знал, если тебе захочется назвать Тейлора подонком, он тебя отделает похлеще, чем те роботы. Хорошо. Пойдем проверим, так ли легко сделать из тебя швейцарский сыр, как из тех несчастных. Ну, окей, погнали. Оружие их да, это РПГ. Черт, придется что-то делать. Ну, надо снимать, конечно. Не будем ждать. Отличная пушка. Еще один сверху. Так, что-то прилетело к нам. Это Грена. Прикрываю справа. А вот здесь, смотрите, спрятался, блядь. Выше, ниже, левее, правее. Давайте, идем. Разные преимущества. Я предпочитаю выше.
Так, может быть, с приклада? Ну, а почему нет? Давайте вот сюда. Этого сразу снимаем. Есть, там бахнуло. Куда закидываешь? Потрох. Так, видел. Давайте взорвем. Для эффекта. Прячется? Данные, ты можешь следить за ходом боевых действий. Я понял. Переключись в тактический режим. Вижу. Отлично. Теперь всех видно. Да? Здесь никого. Блин, чуть в этого не попал. Супер. Ну, с пистолета. Хорош пистолет. И взорвать. Хедшот. Здесь давай. Ну, почти достали. Ну что, попробуем? Отлично. А вот и наша цель. Хорошо. Используй подвижность. К ней нужно привыкнуть. Скоро ты будешь уверенней. Попробуй, и у тебя все получится. Окей. Итак, смотрим, что делает Диас. И побежали. Неплохо, салага. Неплохо. Так-то режим подсветит опасности вроде ракеты и гранат. Видишь, сияющий красный? Беги! Я понял. Выстрел, выстрел! Взорвали. Добивай. А, вон там еще, смотрите, кто-то есть внизу. Где, ну сюда запускают? Или куда они там собрались запускать? Что-то я не вижу, кто палит. У меня позиция, правда, не очень хорошая, потому что там и лестница простреливается. Надо бы что-то делать. Давайте пробежим вот здесь, по стене. Отлично, теперь к Диасу мы стали чуточку ближе. Ну, пойдем. Пойдем, будем сейчас работать с ними. Видишь красные и желтые отметки? Это зоны смерти. Держись от них подальше. Хорошо. Грузовики. Все, ослепли. Есть. Ну что, сюда кто-нибудь полезет? Да, ждут, не дождутся, чтобы добраться до меня. Ну, может быть, по стене опять? Да, неплохо получается. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Господи, испугался своей тени. А, ждут меня. Ну, давайте мы сейчас сделаем вот так, попроще пусть будет все. И пистолета, может быть, добавим им, да? Ну что, не получилось? Не получилось. И опасненько вот здесь стоять, потому что сзади кто-нибудь может подойти. И навешать нам. Ой, молодец. Вообще просто супер выбегает. Давайте еще одну, наверное. Вот так вам. Так, режим синхронизируется у всей команды. Один из нас видит, все видят. Даже сквозь прикрытие. Да ты что? Ну, это здорово. Давайте немножко отступим. И поднимемся наверх. Красавчик. Ну чё, наш? Наш. Проверь патроны. Хватай еще, если надо. Блин, патрончики. А, вот здесь. Ну все, сейчас гренами. Закидаем. Лови. И вот сюда вам. Ловите. Еще одну сюда. Ну что, неплохо? Убивай. Недостаточно пока, мне кажется, убойный автомат, но, может быть, оружие какое-то другое получится взять. Давайте вот сюда, чтобы не рисковать жизнью. Посмотрите, все, это последний, да, у нас? Не вовремя. А, нет, двое. Пистолет, конечно, здесь пистолетом надо добивать. Иначе они бы меня расстреляли. Идем. Все, дошли до цели. ПНИ — это не просто коммутатор. Он позволяет взаимодействовать с разными компьютерными системами, включая примерно все простые дроны. Наземные двуногие роботы. Они коварные, братан. У этих тварей коллективный разум. Попробуешь к нему подключиться,
и мозг поджарится. Но этих можно легко поиметь. Давай. Взломай. Смотри, что с другой стороны стены. Давай вот так. Навелись. Подходит как вторая кожа, правда? Где-то там есть генератор, достань его, и дверь откроется. Ну, погнали. Так, опуститься, подняться. Так, чувствительность. А, вот и твари. Есть. А, я думал, там бочки какие-то. Нет, придется... Ну-ка, это что такое? Сейчас давайте пролетим. Вот так, да? И может быть вот так сделать? Получается, да, вроде бы что-то идет. Но стрелять надежнее. Где ПГ? Есть. Ух. А, вот они. Ну, наконец. Взорви генератор, чтобы мы могли войти. А, вот здесь, наверное, да? Да, подсвечен. Ну что, можно, я так понимаю, заходить. Но нам придется еще зачистить местность. Давай, пошли. Боеприпасы всегда, когда видишь ящики с ними. Не вопрос. Последнее, что тебе нужно, воевать без патронов. И без штанов. Вперед. Нас ждут. Да, забегали. Второй уровень. Ух ты, турели какие-то. Если у тебя творческая натура, попробуй взломать эти турели. Давай посмотрим. Вот так. Теперь разверни их и разобьи врагов к чертовой матери. Где они? А, вот они, забегали. Так, знаете, что сделать можно будет? Можно будет еще вот эту турель сломать. Ага. Так, попробуем взлом. Нет? Киберспособности тоже надо платить. Я понял. Время на перезарядку. Следи за интерфейсом. Так, смотрим. Вот так. Достали. А вот вы. Ко мне подбирался. Но мы его забили. Что-нибудь взорвать? Ну, пока, наверное, все. А, нет. Можно выйти? Да. Ну, не будем на этой турели задерживаться. Можем пойти вперед. Там что, снайпер у нас? А, нет, там еще одна турель. Пистолет, наверное, не лучшее решение. Ну, сейчас перезарядка пройдет. Мы с вами сможем попробовать... так, забраться можно? Нифига, можно забраться, да. Так, вот здесь скольжение. Ну что, давайте турельку взломаем. Так, да. Вот так, на! Еще! Где еще? Это все. Ну да, похоже, все. А, блин, еще один там торчал. Видел башку. И вот так. Есть. Ну что, без. Продвигаемся. Вперед. Вот наша логово цель. Логово противника прямо перед нами. Подключись к центральной консоли, вытащи, что сможешь. Остынь и расскажи, что случилось. Я снова был в Эфиопии. Роботы, я пережил заново. Что со мной происходит? Черт. Твои чувства вызывают яркие воспоминания. Вспоминаешь звуки, места, слова из песен. Вообще все, что годами не приходило на ум. С ПНИ это все может быть еще глубже. Глюки в оптике, шепоты в ушах. Такое бывает. Доктор это поправит. Нужно будет пересмотреть твои лекарства. Поверь, все будет хорошо.
И что теперь? Сейчас ты подключишься к этой консоли. Если получится, сможешь извлечь и обработать информацию за секунды. Ясно. У них был сообщник внутри, в этом единстве. У него было буквально все, что им нужно, чтобы обойти охрану на поезде. ЗВЦ потребовалось 6 часов, чтобы добыть эту информацию о нападении. Результат? Поезда нет. У тебя это заняло 6 минут. Могло бы быть и 5, если бы тебя не напугали эти роботы. Итак, что дальше? Дальше мы найдем этого сукиного сына. Террористы-подельники предупредили крота, и он был готов. Он взял с собой тяжелых роботов-пехотинцев. И снова защитные войска Цюриха налетели жопой на забор. Результат? Поезда нет. Мы потеряли его. Он ускользнул. Помнишь специалиста Сару Холл? Она проведет следующую тренировку. Делай все, как она говорит. Я ее сам обучал. Она разведчик-эксперт. Еще с тех пор, когда это что-то значило. До появления ПНИ приходилось читать книги. В Академии Тейлор все время заставлял меня читать. Знания стоит заработать. Это окупается. Но на это нужно время. И именно времени часто не хватает. Ладно, салага. Теперь симуляция будет отличаться от реальных событий. Но все будет не менее реально. Используй воображение. Ну чё, шлю тебе его за ним. Ну, как тебя разбить? Давай, чё ж такое? Слеп. Ну все, взял. Внимание, а, тут не так-то все и просто. Мы не просто взяли и побежали, здесь надо стрелять. Теперь я понимаю, почему ты нравишься Тейлору. И почему же? Все потому что у меня видимости. Крутая пушка. Так, что ли? Куда дальше-то? А, вот сюда. Ну, вперед тогда. Наш пацан взламывает когти ЗВЦ. О чем это тебе говорит? Он очень испуган. Это ж не за компьютером сидеть. Он может их контролировать только из-за него из ПНИ. А ты умница, салага. Сукин сын продолжает двигаться. Догоним. И накажем. Используй рекламный щит, чтобы перепрыгнуть через поезд. Он уходит в старый Цюрих. За ним. Отлично. Активирую новую киберспособность. Паралич системы. Проще некуда. За киберспособности тоже надо платить. Требуется время на перезарядку. Следи за своим интерфейсом. Сейчас, сейчас, сейчас. Перезарядка. И вот так давай. Ну куда там дальше? Показывай. Вали Черт. Их. А, вот. Еще одни. Рада, что ты не отступаешь. Нифига, круто. Отлично. Теперь куда? Держи его, салага. Ну, почти догнали. Это твой шанс. Сбей его. Получилось, а? Думаю, у подозреваемого еще секунд 15 до встречи с Безносой. Это не должно случиться, пока мы не получим информацию. Думаю, он уже больше никогда не заговорит. Ему и не надо. У него есть ПНИ.
Глубоко под слоями защитных протоколов ПНИ хранит записи о прошлых событиях жизни пользователя. И в чрезвычайных обстоятельствах все эти данные можно извлечь, используя грубую силу. Ты сможешь пробраться глубоко в их воспоминания, мысли, даже подсознание. И ты можешь выяснить все о планах террористов. Сдается мне, сейчас будет но. Нужно знать, что эта процедура не просто очень опасна. Вмешательство связанного сознания просто оставит жертву овощем. Мозг умрет. Поверь мне, это очень херово. Ты сама сказала, что он уже труп. И кроме того, он гребаный террорист. Тебе же ничего не известно. А сейчас? Я знаю, где они. Они используют старые туннели, чтобы спланировать атаку. У ЗВЦ ушли недели на добычу данных, полученные тобой через ПНИ. Результат? Поезда нет. Хорошо, что ты можешь принимать решение, когда нужно. Пора двигаться дальше. В результате ЗВЦ отыскали террористов здесь. Себе на беду, бедняги. О, ты еще здесь? Жаль. Я проспорил Диазу, думал, ты уже умрешь. Весельчак — специалист Петер Моретти. Он поможет понять, каким крутым засранцем ты стал. Помни, у нас все еще нет последнего пазла, как они смогли загрузить взрывчатку в поезд. Для ясности, после всего... С тебя стольник. Вернемся к делу. Как ты знаешь, спецвойска круты тем, что нам достается самое новое экспериментальное оружие. Возможно, ты предпочитаешь огнестрел в бою, но с ПНИ твой разум — вот самое мощное оружие. Давай что-нибудь сломаем. Давай, чувак. Обалдеть, он силой мысли поджег его. Ну ладно, без шуток. Давайте будем с ними разбираться. Попробуем. Одних мокрого места не осталось. Да, прикольно. Хорошо сработано. Ну что там, перезарядка прошла. Давайте вот этого. Блин, что я сделал? Нет, случайно. Нужно одновременно нажимать. Вот, теперь гори. Шикарно. А, стойте, еще один. Да и не один. Обалдеть. Чего их так много? Вон там еще двое. Разбили. Где-то там, блин, спрыгнул. Давайте я за ним. Иди сюда. Ну-ка, с приклада. Неплохо, салага. Кто-то там чпокнул. Надо идти дальше. Не сегодня. Как и всегда, тебе нужно выбрать свою выгрузку. Используй системы, чтобы нейтрализовать преимущество противника. Окей, я загрузил тебе следующую киберспособность. Давай посмотрим, что это у нас. Рой горючих нанодронов. Выпусти их и просто полюбуйся, на что они способны. Давай посмотрим. Выпускаем. Держись. Нифига себе, да. Да, работайте. Чёртовы наноботы. Эти маленькие засранцы просто убойные. Прикольно. Так, что-то как-то долго перезаряжается автомат этот. Пулемет, точнее. Давайте еще раз пробуем. Отправляем
этот рой. Ну и получайте. Ха! Да, прикольно. Короче, всю работу делают за нас. С этим все. Можно даже пройти дальше. Здоровски. И пошли боты. Здесь надо выбрать поджог. Чем больше способностей, тем веселее. Попробуй переключаться между ними. Да вот чем я, собственно, и занят. А, давайте поменяем. Почему нет? Так. Вот автомат. Теперь будет повеселее. Идем дальше. У них дымовые гранаты. Что делать? Улучшенное зрение пригодится в любой момент, когда ты не можешь видеть. В темноте или дыме. Ну как тебе? Можешь больше никогда не париться, что там за монстр прячется в темноте. Так, я понял. Боты, 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 боты! Почему не получилось? Наверное, потому что был заскриптованный бот. Нужен захват цели. А, это я пытался повторно. Черт, отходи, 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 блин! Прям лезет под автомат. Вот здесь еще кто-то остался. Определенно. Или чисто? Не, посмотрите, чисто. Он просто свалил. Ух, сам себя подорвал. А ну-ка, давайте попробуем. Вот так, шикарненько. Теперь пробежимся сюда. И застанем их врасплох. Да, получилось круто. Ой, выйти. Выйти, 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 отлично. Поджечь. Вечеринка только начинается. Вперед! Я готов. Вон там боты на дрезине, порви их! Давайте закидываем грену. Вот сюда еще, наверное. Красота. Взрывайтесь! Бит. Офигенно. Так, там достану. Обходят. Это их заткнет. Ну почти. Еще добавим. В чем проблема? Там одни снайпера. Посмотрите, куда добраться сейчас. Так, вот сюда. Нужно отступить, потому что... Ух, ничего себе. А ну иди сюда. Блин, нифига себе. Попал по мне. Значит, придется укрываться. Так, не смей даже прицеливаться в меня. Еще одного подожжем. Короче, надо ближе подходить. Это сейчас кто кому врежет. И вот так тебе, прикладика. Куда дальше? А, ну, собственно, по лестнице и... Похоже, здесь вот очередная цель. Очистную станцию. За мной! Свою голову. Даже лучшие погибают. Пуля в башке отправит тебя на свидание. С творцом. Да идем. Так, вот здесь надо спрятаться, да? Ну, ложиться, наверное, не стоит. Не роботы, мать их, так. Необходим захват цели. Ой, сейчас захватим. Ну, поджигайся. Давай, 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 ближе, ближе, ближе подкатывайся. Все, взорвалась.
теперь вот по этим целям. Там, кстати, есть у нас и живая сила, поэтому, наверное, стоит отправить Рой. Давайте отправляем, посмотрим, долетит туда или нет. Что за фигня? Сдохни! И это еще не все. Да, получилось. Дошел Рой. Ну, наверное, просто поближе сейчас надо подойти, но... Блин, опять же, нужно выбрать соответствующий момент. Вы посмотрите, что происходит. Почти убили. Будем обходить с фланга. Давайте вот так, пробежимся, отлично. Вот здесь у нас один робот был, его надо просто добить. Мы еще сделаем из тебя солдата. А вот, здесь будет круто. Давайте запускаем, сразу две, наверное. Идут, идут, спускаются. А, там еще одна вот эта штука стрёмная. Подожжем ее. А, надо было поджечь. Ставим огонь. Вот туда вам. Класс. Блин, быстрее, быстрее, быстрее заряжайся. Ну, еще один идет сюда. Но это будет страшно. Наконец-то! И последний бросок! Славная охота, хотя для кого-то да, последняя. Открой-ка эту дверь. Где-нибудь восполнить боезапас бы? А здесь-то, по сути, и негде. Ну, тогда что отправляемся вперед. Это... Здесь все пошло ко дну. Компьютер вон там должен дать нам представление, как они загрузили взрывчатку на поезд. Подключись. Роботы. Они взломали охранных роботов и загрузили взрывчатку на поезд. Знаешь, что забавно? На самом деле террористическая атака дала мощный толчок разработке проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Если бы не страх повторения такой атаки, у нас могло бы и не быть программы «Киберсолдат». Подожди. Сейчас 7:25. У тебя еще 5 минут. Времени, конечно, это немного, но будем стараться. Посмотрим, можешь ли ты менять историю. Расценивай всех роботов как противников. Они ответят тебе тем же. Тейкдаун еще одна из твоих киберспособностей. Попробуй на тех ботах. Прикольно. Следи за флангом. Они лезут в окна. Да я вижу. Давай, подходи. Это симуляция, но все равно, смотри, куда полежишь. Не калечь гражданских без причины. А, ну раньше ты сказал. Ах вы. Ну нет, пистолет это вообще жестко будет. Надо дойти. Так, в голову. Ну, если можно так сказать. Опасно туда, опасно подходить, потому что могут забить. Такое. Ладно. Делаем тогда вот таким образом. Ну, наконец-то кто-то начал подходить. Опа! А иди вот сюда. Можно быстро и тихо ликвидировать врага. Есть! И тебя еще.
двое здесь. Я вижу вас. Ну что, спускайтесь. Кто из вас первый получит железную перчатку? Занимательно. И что, мы теперь поднимаемся наверх? Поднимаемся наверх. А что так жестко здесь? Используй ударную волну, чтобы вынести группу противников одним махом. Посмотрим. Вот она, ударная волна. Твою мать, ты прикольно. Просто стихийное бедствие. Проект нейронной сети внутри вагона перед тобой. Его защищает 6 дюймов на нашу, но это не поможет, когда взорвется бомба. Тебе лучше поторопиться. Значит, будем торопиться. Ах, ты ж перезарядка. И роботы прячутся. Это вообще жесть. Яблочко. Ну, практически. Есть. Ну что, получили? Да, красота. Но необходимо переждать. Фух. Ну что, последний? Еще двое. А, нет, трое. Окей. Как насчет рукопашки? Давайте, наверное, так последнего снесем. Господи, чуть не замесил меня. Эта херня насквозь заминирована. Если я ее взломаю, попробую передвинуть или отсоединить вагон, все взорвется к праотцам. Это слишком! Это слишком! Даже с компьютером в голове мне не хватит времени! Стоп. Это же магнитоплан. Если поменять полярность только в этом вагоне... Было невозможно предотвратить взрыв и спрыгнуть с поезда. Твой ПНИ может показать все варианты. Но только ты можешь принять решение, чем пожертвовать. Иногда нужно уметь отпускать. Тейлор, ну как наш пациент? Не хуже, чем можно было ожидать. Я ожидаю лучшего. Тебе стоило бы об этом знать. С возвращением. Ты держишься молодцом, операция уже скоро. Он пошел добровольцем. Повсеместное распространение дронов и боевых роботов значительно уменьшили роль человеческой пехоты. Как я уже говорил, пока больше никаких комментариев. Мы продолжим исследовать дипломатические возможности урегулирования. Союз отрицает отправку войск в регион. Вместо этого они ищут дипломатические пути разрешения конфликта. Мы тесно сотрудничаем с союзниками, обеспечивая тактическую поддержку по мере надобности. Как давно мы этим занимаемся, Хендрикс? Плюс-минус 5 лет. Да, как-то так. Ты уже думал о том, что нам делать дальше? Нет. Ты меня знаешь. Я плыву по течению.